Приветствую всех на своем канале. Сегодня делаем заварное тесто для пельменей и вареников. Это тесто можно использовать в пост, так как кроме воды, муки, соли и растительного масла ничего другого использовать не будем. С этим тестом очень легко работать. Оно получается мягкое и не разваривается. А еще из него можно сделать хворост или один из вариантов самсы. Что нам потребуется для приготовления теста, вы как всегда видите на экране. Стакан для мерки брала обыкновенный, 200-граммовый, граненый. Итак, готовим. В просеянную муку добавляем соль. В кипяток добавляем 2 столовые ложки растительного масла. И сразу же резко выливаем весь кипяток с маслом в муку. Быстро перемешиваем муку с кипятком. Сначала ложкой, а затем вымешиваем рукой. Муки при этом добавлять не нужно. Окончательно вымешать тесто можно на столе. Можно обить его немного об стол, чтобы продукты лучше вмешались друг в друга. После чего убираем тесто в целлофановый пакет и оставляем хотя бы на час расстояться. И посмотрите, какое мягкое и эластичное стало тесто. Работать с ним одно удовольствие. Оно не липнет к рукам, к столу и очень легко формируется. А после приготовления остается мягким, не расползается и не рвется. В общем, как всегда, если вам понравился мой рецепт, жмите пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!